Бюджет был принят абсолютным большинством голосов. При его подготовке проведено порядка 10 депутатских комиссий, на которых документ рассматривался до рубля, рассказал председатель горсовета Дмитрий Демин. Депутаты запрашивали в администрации штатные расписания муниципальных предприятий и сметы муниципальных заданий. 6 декабря проект бюджета был утвержден на публичных слушаниях. В принятом документе доходы в 2017 году составят 773,2 миллиона рублей. Расходы – 830,2 миллиона рублей. Поступления представлены в основном подоходным, земельным налогами и налогом на имущество физических лиц. Наиболее значимые траты в рамках полномочий администрации города – ЖКХ, культура, общегосударственные нужды, физкультура и спорт. В сравнении с прошлым годом бюджет Сергиева Посада снижен под влиянием объективных факторов, но остался социально ориентированным. Исполняющий полномочия главы администрации города Константин Негурица подчеркнул, что в 2017 году особое внимание будет уделено исполнению адресных программ развития Сергиева Посада. В городском совете депутатов заметили, что это движение вперед тщательно проконтролируют.